Ну что, ребята, вечереет, суббота, вечер. Сейчас поедем, поймаем живцов, поставим кружки. А на озере красотень. Вот они, красноперочные места. Смотрите, линевые места. Веревочка? Или это не веревочка? Нет, это веревочка. Шурики! Шурики! Ёптить! Шурики-то взрослые. Реально взрослые. О, какие! Отлично. Живец. Всем противникам линевой ловли. Я говорю, ну что, хорошего может быть в этом немного, но здесь испокон веков ловили именно так. Кстати, одну щуку в прошлые выходные я поймал именно на живца, на маленького ленечка, поэтому этих ребят с вашего разрешения я возьму. Других жесов не будет, поставлены линии. Вот так вот ловит на Валдае. Ну вот, мелкотню отпустим, а трех хороших возьмем. Нормальные ребята всегда идут в обход. Это уже серьезная заявка на успех.
ну чё, очень даже ничего. Очень даже ничего. О, какой шурик. Нормально, на полкило, наверное. Вот так вот. Ну, дай. Ну, ладно, что, ну, копню сейчас отпустим. Крупняк возьмем. Даже самому как-то неловко. Так что вот, братцы, валдайский синдром. Здорово, чё? Вот такая вот огромная куча линей попалась в мережке. Ну, хорошо ли это, плохо, это, не знаю, вопрос спорный. Я так все детство провел на Валдае, вырос на Валдае. И никогда эта ловля не считала зазорной. Просто я потом с возрастом ее перерос. Стал уже спортивным рыбаком, стал ловить другими снастями, другими способами. Ну и ловить стал гораздо больше, чем вот сейчас вы видите перед собой на экране. Я к этому отношусь спокойно, скажем так. Есть ярые противники, есть ребята, которые именно этим и живут. На Руси этим жили, я скажу вам. Все, ребят, пока.